Скорпионы, это Таро расклад для вас на апрель 2024 года. Апрель – это месяц перемен, особенно в конце апреля. Здесь тоже будет у вас много веселых событий. Но а май для Скорпиона, я вообще даже не знаю, что там может выйти, и тоже очень жду этих аспектов, потому что столько планет соберется напротив вашего знака, да, то есть ось Скорпион-Телец, вот здесь она у меня, наверное, видно, да, вот это Скорпион, а здесь напротив Телец, и в Тельце соберутся все планеты, ну, все, не все, но много планет, и уже в конце апреля мы будем чувствовать, ну, мы, я имею в виду Скорпионы, это влияние. Итак, вы находитесь на канале Татьяна Мин Красота Таро. Я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Я астролог и таролог, и поэтому рассматриваю карты по моему астрологическому методу. Первая карта для скорпионов – Солнце. Ну, прекрасно, вы будете в центре внимания, у вас будет популярный партнер. Вы будете купаться в лучах славы, любви, внимания, всего самого наилучшего. Конечно, солнце в минусе может давать какую-то чрезмерную гордыню кому-то, да, либо ваш партнер слишком загордится тем, что вы есть у него, например, да. Но, тем не менее, солнце – это улучшение во взаимоотношениях со всеми людьми, мужем, женой, это новый партнер, это какое-то озарение, это вообще счастье, которое приносят вам другие люди. Но мы сейчас будем открывать еще все карты и брать совет из колоды Стар-коды. Тройка пентаклей. Здесь у вас какое-то веселье, деньги, да, вы можете тратить на это. Деньги к вам приходят, кстати, благодаря каким-то легким таким контактом с другими людьми, я даже не знаю, как сказать, благодаря коллаборации с другими людьми, совместным каким-то делам. Здесь вы можете что-то действительно соображать на троих в плане бизнеса, работы, новых заработков. Может быть, это какой-то проект на работе, где вы работаете в команде. Ну, это довольно гармонично у вас складывается. Может быть, вы обучаете кого-то, передаете свой опыт, может быть, несколько источников доходов, да, здесь тоже, но денежки к вам идут по тройке пентаклей, и это неплохо. Карта Мир в секторе 3-9 дома, это, конечно, очень хороший знак, потому что многие скорпионы могут отправиться в путешествие, либо каким-то образом расширить свой кругозор, свои знания, изучать новые языки, получить какие-то новые книги, учебники, сертификаты, дипломы, поступить в университет, новые автомобили иностранного производства, новые друзья за границей. Ну и по этой карте поездки в другие далекие какие-то страны все-таки. Весь мир открыт для вас, вы получаете визу, загранпаспорт, вид на жительство. Вам стоит даже заниматься всем, что связано с иностранными делами, да, с коммуникациями, с другими людьми. Может быть, вы покупаете себе какие-то новые гаджеты, тоже иностранного производства, не вашей страны, да. Ну и прекрасная карта – это успех. Успех в контактах, в новых знакомствах, в поездках и в образовании, конечно. Король Пентаклей. В секторе финансов, ой, в секторе статуса, и здесь у нас уже были финансы во втором доме, поэтому, конечно, могут у вас быть неплохо все-таки дела, связанные с работой, вы можете даже повысить свой статус, свое уважение на работе, можете получить какую-то новую должность, работу, ну и для кого актуально, конечно, это может быть какая-то благосклонность к вам. Ой, к вам будет как-то благосклонно. Ваш руководитель настроен. Может быть, вы будете совместно, да, что-то делать с руководством на работе.
Ну, а также это деньги вашего партнера, это деньги, которые вам, ну, может давать ваш муж, отец, ну, кто-то еще, да, например, близкий к вам какой-то мужчина. Вот, также вы можете приобретать качество короля Пентаклей, то есть вы можете становиться более рачительным, сильным хозяином, учитывать свои доходы, расходы, может быть, открывать какой-то даже новый бизнес, брать кредит на то, чтобы вам занять какое-то другое там в бизнесе положение. И статус, здесь у нас уже все-таки была карта главы дома, карта Солнца, карта Король. И это опять же вы на виду, либо у вас отношения с каким-то уважаемым человеком, вы как-то освещаете свою деятельность, может быть, у вас работа связана с какой-то публичностью, такое, кстати, часто бывает у Скорпиона, что вы работаете на публике, и это тоже приносит вам деньги и доход, поэтому я думаю, что здесь у вас в плане работы, если для вас эта тема актуальна, все складывается успешно. Если вы не работаете, то ваш партнер тоже имеет какой-то определенный успех на работе. Еще один старший аркан – правосудие. Но эта карта уже здесь, в секторе 5-11 дом, несет такой немного тяжелый оттенок, потому что все-таки это такой лайтовый сектор друзей, отдыха, да? И здесь карта правосудия может говорить о том, что люди, окружающие, судят вас, обсуждают вас. Может быть, у вас какой-то спор, там, разногласия с вашими друзьями, с клиентами, с партнерами по бизнесу. Вам приходится как-то отстаивать свои права, либо они отстаивают свои права, и вы, может быть, кто-то, да, конкретно вынужден обратиться в суд. Какая-то ситуация такая происходит, которую надо решать. Если у вас есть дети, то, может быть, это какие-то такие очень формальные отношения с детьми тоже, когда они осуждают вас, вы их, либо, может быть, это судебный процесс, связанный с ребенком, с правами на ребенка. Так что вот здесь, да, карта правосудия несет такой оттенок органов правоохранительных, да, какой-то документации. Может быть, вам надо собрать документы в суде, например, да, на вашего ребенка или относительно вашего бизнеса, может быть, какие-то там налоговые или другие обязательства, да, и вы собираете эти документы. Башня. Башня, еще один старший аркан, Скорпион, и здесь уже 6-12 сектор. Что-то заканчивается в вашей жизни, что-то уходит навсегда, и этому уже никак нельзя противостоять. Нужно, ну, глупо удерживать, так сказать, эту башню, она уже расколота, да? Вот здесь мы видим двое людей, которые пытаются как-то ее держать, но мы видим, что все равно уже она падает, и вы не сможете удержать какую-то ситуацию, возможно, тайную из какой-то ситуации в вашей жизни, ну или которая уже просто не должна продолжаться. Может быть, это связано с вашим здоровьем, с окружением, с атмосферой вокруг вас, с вашими вредными привычками, которые вы больше не можете уже так тянуться. А может быть, вы плохо себя чувствовали, было у вас какое-то заболевание, и здесь тоже, может быть, вы заканчиваете лечение, заканчиваете какую-то терапию, но тут, скорее всего, что-то еще, я думаю. Здесь есть какие-то процессы и психологического характера в том числе. Может быть, вы что-то скрывали, и сейчас эта информация выйдет наружу. Она может быть узнана по карте башни, потому что 12-й сектор все-таки сектор тайн. Что скажут карты из колоды Старкоды для скорпионов на апрель 2024 года? Какое дополнительное предсказание мы можем отсюда получить? Рыбы. Сектор рыб – это 12-й сектор. Опять же, да, вот по карте башня он у нас проходит. И еще одно такое упоминание об этом говорит о том, что все-таки что-то важно, и вам нужно пересмотреть какие-то свои жизненные дела, обстоятельства,
свой распорядок дня, свою работу, свои повседневные обязанности, или наоборот, вы, может быть, не хотите брать на себя какие-то обязанности, а придется, да? Десятый сектор, десятый дом, ну, это какой-то авторитет, повышение. Здесь у нас выходил король Пентаклей, поэтому здесь у вас, да, есть шансы получить хорошую должность, шансы на... Ой, простите. Шансы на то, чтобы упрочнить как-то свой статус, найти свою линию в жизни. Так, это мне пришлось остановить видео, чтобы все-таки попить воды. Видимо, потому что я уже долго говорю. Итак, 10 сектор. Значит, у нас 12, 10 и Solar Calm – это парад планет, который, кстати, будет складываться ближе к концу апреля. И еще одна карта – это Дева. Дева тоже относится к шестому, 12 сектору. Ну, в общем-то, неудивительно, Скорпионы, что у вас так сильно этот сектор развит, потому что уже начиная с марта, март-апрель, происходят затмения на оси вашего шестого, 12 дома. Поэтому для вас это обновление какой-то жизни. Когда пройдет... Простите, пожалуйста, ничего не могу поделать. Когда пройдет сектор, сезон Овна, да, в апреле, начнется уже в апреле, опять же, сезон Тельца. И вот этот сектор ваш, 6-12, и потом вот это обновление в Тельце может говорить о том, что у многих Скорпионов начнется новый цикл отношений, обновление себя лично, обновление себя как личности. То есть вы как бы посмотрите на себя, на свои отношения с другой стороны, выйдете из какого-то заточения, может быть, несколько лет до этого или там год вы были в такой пассивной позиции, сейчас вы захотите быть ярким, вы захотите обновить свой имидж. Или благодаря вашему партнеру или партнерше, да, что-то как-то они вытащат вас из вот этой башни, и ваша жизнь заиграет более яркими красками. И в мае там уже будет просто рассвет, я не знаю, что может быть. Какие-то перемены в партнерских отношениях у очень многих скорпионов случатся. Так что вот такой расклад для вас. До встречи на моих новых видео. С вами была Татьяна Мин. Всем пока!